на полу сделал угол вот этого узла. Вот этот профиль у меня закрученный. Я взял размер до этой стены, и от этой стены этот же размер перенес вот сюда, сделал черточку. Теперь эти две стены параллельны. Далее, вот этот профиль у меня был закрученный. От этого места я взял до этой стены размер, и от этой стены перенес его вот сюда, сделал черту. Все, вот эта маленькая стенка будет параллельна вот этой вот стене. Таким вот образом у меня угол образовался. Вот я теперь еще проверяю, как можно подлезть вот в это место, если что-то надо здесь сделать. Вот спокойно можно крутить. То есть это вот обязательно нужно. Все.